Я хочу от лица компании GC сказать вам здравствуйте, сказать вам огромное спасибо, то, что вы находите время, возможность, особенно в это тяжелое время, побыть в нашей компании неделю. Это немало, это мы ценим. И это не просто регата GC, это наше общее мероприятие. Я думаю, что не только для того, чтобы погонять на яхтах, получить какой-то драйв от водных вот этих мероприятий спортивных. Мы с вами это дело затеяли. Хочется сказать про нас всех. Мне кажется, у нас уникальная команда. Мы, в принципе, яхта полного цикла. То есть мы можем спроектировать, выдать концепцию. У нас есть прекрасные застройщики, мы можем построить, отлить монолит. У нас есть прекрасные фасадчики, мы можем все это застеклить. Мы можем сделать все интерьеры и потом наполнить это все различными системами. Это начиная от лифтов, дымоудаления и прочим. В принципе, запустить здание. Так что, если кому-то нужно построить современное здание, вы знаете, где нас искать. Теплая дружеская обстановка, которая сложилась на нашем мероприятии.
Солнце Фэншуй приветствует вас. Несмотря на то, что мы изменили название, но экипаж у нас, состав тоже. Нам настолько понравилась вот эта атмосфера, эта вот чудесная обстановка, что мы полным составом решили вернуться в эту регату. Я надеюсь, что мы покажем результат. Человек при скрутке стакселя работает на барабане обязательно. Это поможет убрать стаксель просто в разы быстрее. Нас мало, но мы в тельняшках. У нас девиз креативный. Самый быстрый корабель – это наша стратабель. Дорогие друзья, мы рады вас видеть будем в гонке. Хороший день, веселая борьба. Мы считаем, что команда «Стопрей» надежна, как тот якорь, который олицетворяет сегодня Екатерина. Спасибо! Будем убирать стакси! Нам поможет открыть!
шутки надо назвать, сразу мужик обвязывает. Наша команда, мы сначала мы хотели представить каждого из этих членов, уважаемых господ, но после этого мы решили все-таки то, что мы одно целое, мы одна команда, мы Санаджи. И наш девиз – победим! Победим мы всех на свете! С нами вера, с нами ветер! Вам свою команду на правах единственной девушки в этом мужском коллективе. Хочу познакомить вас с настоящими сибирскими мужчинами, крепкими. Все-таки, наверное, не каждый из вас может похвастаться то, что живет в диапазоне 80 градусов, как минимум, да, минус 40, плюс 40. Так вот, это те самые храбрые парни, самые сильные, с сибирским здоровьем. Приветствую, команда Energy. Ребята, надеюсь, что в следующий раз, там, в следующие дни эти находки будут несколько проще для нас, для всех, да, и не так будет сложно все это найти. И всем очень желаю, чтобы максимально приятно все провели это, ребята. Всем спасибо.
видеть всех вас здесь, приветствовать и радоваться этому празднику вместе с вами. Вот, попрошу приветствовать всю нашу команду. И у нас не такой длинный слоган, потому что мы считаем, что все-таки краткость – это сестра таланта. Вот, наш слоган. Ультралючи, мы все круче! Секунду внимания, пожалуйста. Очень коротко. Название нашей яхты очень легко делится на два слова. Первый из них – план. А второе – то, что осталось. Пускай наши самые смелые планы всегда воплощаются в жизнь. Я от себя немного добавлю. Огромное спасибо Андрею, во-первых, что не стал сравнивать нас с ЛГБТ-сообществами и так далее. Мы это оценили. Да. Во-вторых, я на самом деле очень много слышу от своих клиентов лестных отзывов в наш адрес, особенно в те дни, когда мы поднимаем цены на этот самый планибель. Вот. Но это дает мне уверенность в одном, что нас помнят, нас знают, вот, и что у нас все хорошо. Девиз нашей яхты я не решусь озвучить лично. Вот. Я надеюсь, что в устах наших клиентов это будет звучать гораздо лучше. Макс, ты как автор нашего девиза. Наша яхта лучше всех, планибель быстрее всех.